ты родился, ты вышел и пошел работать. Обычно оригинальная обувь где-то 6 штук сумма, вот это стоит, наверное. Американские, по-моему, Off-White стоили долларов 30-40. Можете рассказать про свой лук, начиная от ботсов, джинсы, майкой? Вот обувь я не здесь брал, я в Дубае брал, это Puma оригинальная. Обычно оригинальная обувь где-то 6 штук сумма, вот это стоит, наверное. Ну, штаны обычно 3 штуки. А, майка тоже обычная, примерно 1,5, наверное, стоит. Кепка тоже 500 сомбик, наверное, стоит. Часы подарили. А кто подарил? Сестра подарила. Сестра? Да. Чем вы занимаетесь, Бог? UFC боец, типа, ММА. А можете бицуху так показать? Нет. Да, ну, футболка, она стоит 600, схватика тоже от Тиранова стоит 1500, я просто во время скидки взял, а брюки стоят 1600, кроссовки 3000. Очки, это у меня линзовые очки, то есть имеется в виду от глаза, от зрения. От зрения? Или для? От зрения просто, у меня глаза болит, это хамелеон цвет просто такой. Хайрат, а чем вы занимаетесь? Актер по профессии, работаем, снимаемся фильмы. Знаете, я человек простой, я вот эти вот за штуку футболки не покупаю. У меня вот здесь сумка, я ее взяла в интернет-магазине за 800 сом. Джинсы – это самые простые джинсы, я их брала за штуку в ГУМе. Кофточка у меня по акции за 300 сом, цепи у меня за 300, а из парного гаража. И, ну, вот здесь вот под футболку у меня Calvin Klein, это штука. Штука, да? Да. Что? Я на 5 штук сегодня надета. Я человек простой. И ботсы у меня 1000, а это в ГУМ. В ГУМ, да? Мне интересно, а чем ты занимаешься? Откуда у тебя деньги на одежду? Я работаю, давно работаю, где-то уже 1.5 года работаю. До скольки лет нужно сидеть у родителей на шее? Ты родился, ты вышел и пошел работать. Кусок купила. 500. Долларов? Нет. Сом? Серьезно? Джинсы – это патоновская фирма. Ну, около 4 тысяч сом? Да, ну, на наши деньги. А футболка, да. Барсетка? Футболка, барсетка около 3,5 или 3, по-моему. Сом? Тоже патоновская около 2. А вот я вижу еще цепочку. Это кулон на 200 баксов. 200 баксов? 25. А что он означает? Это мне привез друг из штата Оклахома. Это наконечник стрелы из индейцев. А очки? Очки цены не помню. Но им уже лет 3, по-моему. Серьезно? Да. Может, примерно в районах 1500 часов? Ну, плюс-минус, может быть, так. Окей, а у меня такой вопрос. А сколько вам лет? 28. 28? И еще я заметил, вы в барбершоп ходите. Нет, я сам был. Серьезно? О, как я это? Я не доверяю барбершоперам, потому что они постоянно портят или хрен делают все. Как вы, по урокам YouTube или? Нет, сам сколько уже, 4,5-5 лет ношу, уже привыкаешь к этому. Анара, можете рассказать, где и за сколько покупали свои вещи? Ну, кроссовки я покупала в Urban Cross. Urban Cross Box за 2900, за 3000. Носки я покупала в Обусе за сумму 60. Платье я покупала в Москве, где-то за 1500. А платье 1500 рублей? Да. А футболку вы в Кыргызстане брали? Футболку, да. Около 1000 сом? Ну, где-то даже меньше, наверное, где-то 500. 500 сом, да. Очки покупала за 2000, это для зрения. А это кольцо? Да, лучше кольцо. Где-то в районе 2000 сом. Анара, сколько вам лет? Мне 18. 18? Прикольно. А как вы попали в Москву и там закупились? И я там выросла. Это я взяла, короче, 680. Какой-то типа модный домик или гардероб. Тот молодой человек, это ваш парень был? Это мой коллега, мы актеры Русского театра драмы. Ага. Это я взяла на Гурдое около 1000. Ага. Носочки? Носочки, сумма 60. Угу. Кофточка. Кофточка 500. Потом очки за 100.
на ярмарке. Наушники 500. Ну, это бесценно, это подарок. А от кого? Это от дедушки. От дедушки? Тоже, да. Вау, а он у вас юбилей? Художник, да. Сколько вы его покупали? На Кике. Скидка 500, короче, где-то. 500. Да. Актрисы сколько зарабатывают? Они могут позволить себе очень дорогую такую пафосную одежду от бренда? Ну, к сожалению, нет. Меня зовут Данил. А? Меня Паша. Ну, кроссовки это Фила. Ага. Я их брал в Беларуси, они стоили $100. Угу. Вот. Шорты это из Германии. Они стоили порядка 50 евро. Угу. Майка из России, она стоила 1500. Очки это Polis. Они из Италии стоили $150. Угу. Вот. Ну и цепочка порядка 3000. Okay. И рюкзак около $100. А носочки? Носки это американские, по-моему, Off-White стоили $30-40. А чем ты занимаешься? Я плаванием занимаюсь. Ты зарабатываешь? Нет. А откуда у тебя такие классные шмотки? Ну, я не могу раскрыть, откуда у меня идет доход. Но так, акции. Транзакции. Значит, кроссовки это Brooks, американские, стоили $150. Штаны это Россия, не помню, что ли, 1004. Угу. Значит, что, рубашка брал в каком-то магазине, что-то, по-моему, 2500 она стоила. Угу. Рюкзачок американский, 4000. Потом, что, ну, наушники. Наушники это Razer, 4000. Сом. Да. Потом крестик, ну, крестик 2000. Носочки, значит, сумов 500, значит, обычные. Так сказать. Очки? Ну, очки, это, что у нас, Ray-Ban. Ray-Ban стоили что-то 5000, по-моему. Угу. Ну, они вот такие накладные, то есть, еще две. Круто. На этом наш видос закончен. Всем приятного просмотра. Можно Инстаграм прорекламировать? Да. Давай. Инстаграм EM, нижний пробел, Павел, подписывайтесь. А чем ты зарабатываешь? Ну, бывает, не знаю. Как получится, где работа есть, да, иди. Ну, это бывшие Фила, я их брала на Дордое за 1500, но я их переделывала, потому что я не ношу белую одежду. Угу. Платье? Носочки из обычного магазина за 350. Угу. Платье Neko 3500. Угу. А татушка? 4. 4, да? Гарлем тату. А рюкзак? Где? Тоже Дордой, 1500. Можешь показать себе на камеру? 1500 стоит. Да. А очки? Очки брала за 350 в подъезде. Угу. Ой, я запуталась. В подземке. Но я вытащила стекла, потому что, опять же, мне не нравится. Ага. Ну, плаги за 150 в рок-атрибутике. Растяжки за 150 тоже в рок-атрибутике. Клипсы? Какие? Вот это не клипсы, а это что? Сережки. Сережки, окей. Ну, каждая по 150. Каждая по 150, да? А тебе летом в черном не жарко? Нет, нормально. Точно? В самый раз. То есть в любое время года черное, черное, черное. Да. Черное, черное, черное. Черное. Обувь я брал в Нурсачи. Угу. Где-то стоит 12-800. Костюм я заказал. Но мог дешевле взять за 8500. За 8500. Рубашка не помню, за 2500. Все. Угу. Ремень тоже авки брал за 2500. Можешь показать? Все. А, так, теперь ты на Султан. Ну, обувь у меня классическая, NCS. Угу. Купил за 9200. Угу. В Дордовой Плазе. Костюм полностью тройка стоит 14000. Угу. Рубашка, не знаю, какой фирмы. Здесь что-то какая-то эмблема есть. Она 2500, кажется, стоит. 2500, а часики? Часики это Tissot. Брат привез подарок, не знаю, сколько стоит. Подарок, да? А ремень? Ремень обычный. У брата тоже. У брата тоже, да. Окей. Ребят, а чем вы занимаетесь? Почему вы в костюмах? У нас выпускной был. Мы всю ночь гуляли, теперь отдыхаем. Да.